Нагнетатель масла служит для подачи смазки в агрегаты и узлы автомобилей и различной техники. Находит применение в автосервисах, крупных технопарках и на станциях технического обслуживания. Маслораздатчик заметно повышает производительность работ и делает процесс замены масла аккуратным. Маслонагнетатель ручного действия имеет рычажный привод, который приводится в действие усилиями пользователя. Таким образом создается давление в баке, и масло подается по заправочному шлангу к смазовым агрегатам. Доступное и простое в использовании приспособление можно использовать практически везде, так оно не требует питания от электрической или пневматической сети. Представляем вашему вниманию установку для раздачи масла Norberg 26 HP. Оборудована пластиковой воронкой для аккуратного залива технической жидкости в бак. Покрытие бака объемом 30 литров устойчиво к влиянию коррозии и образованию сколов в течение всего срока службы. Наличие пистолета, ручного насоса и воронки позволяет использовать модель, даже не имея специальных знаний. Широкая эргономичная ручка и большие колеса обеспечивают легкость перемещения и маневренность конструкции по территории автосервиса. Это немаловажный момент, так как у некоторых установок других производителей колеса являются слабым местом и часто ломаются. Длина гибкого шланга 1 метр. Он обладает достаточной гибкостью, вследствие чего удобен в использовании, не рвется из-за сильных прочностных характеристик. Раздача масла осуществляется через маслоналивной пистолет. Лучше всего выбирать подобное оборудование раздатчики масла от уже проверенных производителей, так как они рассчитаны на продолжительный срок службы и не будут подводить вас в процессе работы.